Команда GSG Восточная Сибирь представляет. Наши крылья за спиной. Катя Шевченко – супер-мега-ответственная, целеустремленная и активная. Ее сын Тимур, ему 4 года. Любит танцевать, фотографироваться, веселиться и очень злиться, когда мама долго работает. Наташа Колесникова – аккуратная, спокойная, ответственная, скромная. Ее сын Павел – самый любимый и талантливый, интересуется компьютерами, обожает свою девушку и, конечно, маму. Надежда Бородина так говорит о себе и своем сыне. «Я позитив, сделаю праздник из любого, даже незначительного на первый взгляд события. Мой сын Иван больше всего на свете любит лениться». Но между тем чемпион России по хоккею с мячом среди студенческих команд. Бакалавр с красным дипломом. Сейчас студент магистратуры. Даша Третьякова. Любит учиться, достигать целей и быть в гармонии с собой и миром. А это ее сын Марк. Ему 3 года. И он очень любит строить загадочные машины из конструктора и знакомиться с каждым встречным человеком. Надежда Хузина. Добрая, отзывчивая, ответственная. Доченька Анечка любит активный вид отдыха, а также любит проводить время в кругу друзей и родных. Антон Трухан. Я спокоен, понимаю собеседника, все решаю обдуманно и взвешенно. Сын Валентин увлекается спортом и мототехникой, очень любит что-то делать своими руками, целеустремлен. Моя дочь Софья везде хочет быть первой, занимается всем. Рисование, плавание, фитнес, сама научилась считать, писать и читать. Наталья Куцева. Открытая, общительная, креативная. Ее самый дорогой человек – сын Иван. Ивану 12 лет. Он увлечен техникой, картингом, посещает школу юного железнодорожника. Ваня – мамин помощник и отрада. Елена Смоленинова. Она же Елена Прекрасная и Елена Премудрая. Очень скромная, открытая, любитель путешествий и сладкого. Счастливая мама 3 детей. Старшая Анастасия – умница и красавица, учится в Новосибирске. Младшие Иван и Мария – двойняшки. Мария – творческая личность, лауреат множества танцевальных конкурсов. А Иван увлечен баскетболом, участвует в соревнованиях по всей России. Оля Махнюк, новоспеченная мамочка, 27 мая родила богатыря Матвея. Вес 3 килограмма 30 грамм, рост 52 сантиметра. Молодец! Еще один мужчина в красноярской части команды деток. Оля Зиневич, ее сын Толя, разносторонний, увлеченный мальчик. Театр, шахматы, коньки, бассейн и, конечно, рыбалка. С нетерпением ждет вместе с мамой и папой долгожданного братика. Ирина Китаева. Мы возлагаем большие надежды на Иру. Это наш кадровый резерв мамочек. Очень ждем пополнения в нашей команде, желательно девочкой. А лучше сразу 2. Несмотря на то, что мы все такие разные, наша команда – это сплоченный коллектив. Нас объединяют наши цели и наши крылья за спиной. Наши дети. Хотите подобный ролик? Перейдите по ссылке bigfish03.vixsite.com и получите больше информации.